Инновации в сфере медицины. Благодаря сотрудничеству специалистов России и Казахстана в Караганде стало возможным проведение уникальных операций по пластике передней крестообразной связки коленного сустава. Опытом нелегкой процедуры с эскулапами областного центра травматологии и ортопедии поделился доктор из Кемерово. Особенность операции в том, что пациент может встать на ноги уже через 2 дня. 1 октября в нашем городе начали делать операцию по восстановлению разрыва связок коленного сустава. Подобная практика в нашем городе впервые. Уникальная операция позволяет пациентам встать на ноги уже на 2-й день. На этой неделе клиника начинает внедрять пластику передней крестообразной связки коленного сустава. Суть в чем заключается? В том, что это метод с использованием малоинвазивных, малотравматичных доступов с использованием высокотехнологичных материалов. Для нашей страны операции по пластике не новинка. Казахстанские врачи уже практикуют подобные процедуры. А благодаря российским докторам методика оперирования будет внедрена и в шахтерской столице. Местные эскулапы совместно с коллегами из соседней страны с понедельника начали проводить оперирование первых пациентов, причем совершенно бесплатно. Приехал доктор из города Кемерово, с артроскопического центра. У него опыт работы 12 лет по высоким технологиям. Он будет у нас неделю. Ардак Акбаев травму крестообразных связок получил в результате падения на стройке. Сегодня мужчина – один из первых карагандинцев, который на себе ощутил возможность современной медицины. Пациенту сделали операцию на одном из мастер-классов. И вот вчера мне сделали операцию, после которой я очень себя неплохо чувствую. Операцию практически не чувствовал, боли никакой не было. Это единственный момент, я немножко тяжело выходил из наркоза. Так, все нормально. Сказали, что завтра буду ходить уже костылями. Дана Марат, Тулиген Рашидов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский.